на круге показа трассы Михаил Колегов. Семнадцатый номер Михаил Колегов, 21-й Иван Захаров, 23-й Рустам Такаев, 26-й Дмитрий Бабак, 80-й Константин Санин и 151-й Артем Вершегруф. Итак, у нас продолжается ребят, ну как бы это вообще что-то пропало. Ау. Радисты! Вашу, блядь, мать. Да убери ты музыку! Итак, выстроились гонщики на линии старта. Вот сейчас что-то пошло. Второй заезд. И, кстати, детки катаются у нас по детской красе. Мы видим вот Бэби Кросс вчерашний. Вот, кстати, в зеленом шлеме, в серой курточке, 43-й номер. Это у нас Воробьев-младший, Алексей Алексеевич Воробьев, победитель вчерашнего Бэби Кросса. Разминает. Разминает у нас плечевой пояс, 17-й номер Колегов. Ну, старт тоже важен, конечно, потому что он его проиграл прошлый раз и в итоге все силы отдал. Борьбе старт! Ну, и он опять его продул благополучно у нас, потому что 80-й номер и 26-й впереди. На лихом коне. И так Санин очень хорошо стартанул. Бабак второй. Ну то, что Бабак отличный стартер, мы уже понимаем. Но на финише пока сегодня и вчера не очень супер-пупер у него получались. Но на подиум. Итак, 80-й номер Константин Садин. Ямбург Новенко. Дебютант. Первый год выступает по юношам в молодежном первенстве России. Сейчас вышел на 5-е место после всех перипетий вчерашнего дня. Удастся или нет продержаться? Парень молодой и красивый. Ему 15 лет, 16 стукнет в мае месяце. Итак, в лидерах уже Бабак,
Дмитрий Бабак, лидер сезона молодежного первенства России и бронзовый призер первого заезда. Там, похоже, у нас борьба идет за второе место. У нас и бьется Захаров, победитель первого заезда Захаров. Итак, Бабак, Захаров, Такаев, Санин. Санин на четвертое место провалился. И в прогулочном темпе мчится желтый флаг, падение. 17 номер. Ну вот это да. У нас два гонщика. Столкновение имеет место быть. Вылет у нас 17 номера. Еще кто-то попал. Нет, это уже над ним склонился Шевченко как раз просто. Так что, видимо, нужна медицинская помощь. Михаил Колегов после неудачного старта рвался вверх. В итоге вот здесь совсем рядом у нас находится. Ну а гонка продолжается. Бабак у нас лидирует. Захаров второй. И на третьем месте Рустам Такаев. Жаль, собственно говоря, ямбурский гонщик у нас вылетел с трассы. Ну, это его собственная ошибка была, он не попал и ухнул вот такую небольшую яму. Здесь как раз в районе линии финиша. Итак, 26 номер Бабак, 21 Захаров, 23 Такаев, Рустам, 80 Санин, 151 Вершигрук Артем, которые попали. Итак, инцидент, собственно говоря, произошел с Михаилом Колеговым. Вот сейчас бригада скорой помощи подошла. Скорая помощь, именно автомобиль, вряд ли сюда сможет подъехать, так что эвакуировать гонщиков сейчас не представляется возможным. Итак, 15 минут заезд сделали у нас. На 5-я минута идет. Все гоняются, кроме представителя Ярмбурга. Четыре секунды у нас Захаров проигрывает Бабаку, Такаев 6. Лучший круг гонки у нас у Бабака 56 927. Вот сейчас он Захаров уже в середине, а то и десятки. Такая,
Руслана Захарова, победа на второе место. Итак, 26-й стартовый номер лидер Дмитрий Лобаткин, разрядник факел нового Жигуль. Победитель Кубка Ушакова. Заслонки вроде это. Да есть там все, блин. Конечно. Итак, продолжается борьба у нас. Основная борьба кипит за второе место. 21 номер Захаров, 23 Такаев. Они 4 секунды проигрывают Бабаку. И, собственно говоря, он идет достаточно быстро сейчас. Хотя, вот эта пара его стала догонять. Уже 3,6 просвет. Вместо рука гонщики на круг обогнали. Итак, пролетел линию финиша Бабак, Захаров, 3,4 просвет, 11 минут закончилось. Такаев сейчас стал отставать, и вот 59,8 последний круг. Он от лидера на 10 и на 7 отстает от Захарова. Так, тройка лидеров определилась. Весь игрок 5, Санин 4. Санин великолепно стартовал,
мы видели, как это звучало. Ну вот, только четвертое место. Ну а Колегов, в общем-то, к сожалению, выбыл, самоустранился из борьбы. Итак, 26 номер Дмитрий Бабак, 21 Иван Захаров. Ну, Захаров у нас вне команды, это кировский гонщик. Бабак представляет у нас славный коллектив «Факел» Новый Уренгой Павла Захарова. Ну и Рустам Такаев, 23 номер, еще один представитель «Факела». Вот быстрый гонщик Михаил Колегов, ямбурский. Попал в аварию и, в общем-то, себе сильно осложнил жизнь. Ну, вроде бы как последствий нет особых, эвакуация не потребовалась. 12-й круг Дмитрий Бабак закончил, 3.48 просвет. Сейчас отыграл 0,8 Захаров на этом круге. Кстати, Захаров в конце заезда выглядит лучше Дмитрия Бабака. Он выиграл первый заезд и вот сейчас бьется за победу во втором. 13 минут завершается, 2 осталось основного времени, плюс 2 круга. Так, 26-й лидер, 21-й преследователь. 3.48 было на предыдущем круге, сейчас мы посмотрим, что у нас будет на следующем. И борьба у нас за третье место. Двадцать третий номер Такаев и 80-й Санин. Итак, Бабак, 13-й круг, 3-2, ну три десятки отыграл, три десятки у нас Иван. Тяжелая трасса, уже мы видим подразбитая у нас трасса сейчас, и юные гонщики борются с ней. Юноши у нас до 18 лет, плюс вот эти юноши, они еще и молодые, то есть им по 16, 18-летних никого здесь не присутствует. 98-го года выпуска у нас один Бабак, ему, соответственно, в ноябре 17 будет, а пока 16. Ну а самый юный у них вершигрук Артем, 151 номер, он 2000 года. На этом круге Бабак оторвался от Захарова, 4 секунды просвет. 15 секунд осталось до контрольного времени заезда. Олег, кстати, поехал у нас, то есть он едет потихоньку, пытаясь команды. Шестой круг закончил, при том, что лидер 14-й Санин. В борьбе прошел Рустама Такаева, Константин на третьем месте, 80-й номер. Итак, два круга осталось на все про все ребятам. Промчался Бабак Захаров, между ними 5.6. Ну, сейчас у нас Дмитрий оторвался от преследователя. При том, что Колегов сейчас не претендует ни на что, он на последнем 6-м месте, и вряд ли он даже в зачет попадет, потому что у него 6 там, он сейчас отстает на 9 кругов от лидера. Но самое главное, что цел парень, это, наверное, важнее сейчас здоровье юного гонщика.
Так вот, я про возраст не договорил. Если парню исполняется 18 лет в течение сезона, он может продолжить и завершить сезон по юношам. Потому что раньше были такие правила, что как бы полсезона гонялся в одном классе спортсмен, полсезона в другом. То есть как бы это. Итак, лидер на последний круг. 58-45. Хорошее время. Захаров на последнем круге. Просвет только увеличился. 86. Першегруг на свой круг. На два круга Артем отстал у нас. Вот лидера. Рустам Такаев. Какие-то проблемы, похоже, со снегоходом. Имеет минута 26 круг. Либо сам так устал невозможно, либо, в общем-то, не едет. Ну и 17-й подбитый снегоход. 7-й круг закончил Михаил. Третьим ушел на последний круг. Стартовый номер 80 Константин Санин. Ямбург Новый Уренгой. Ну и вот победа, победа. Итак, Бабак с третьего места в первом заезде, победа во втором. Захаров первое, второе. Захаров currently лидер текущий по двум заездам. Ну, Бабак, в общем, хорошее сделал себе. Захаров финишировал вторым. У одного 45, а другого 47 очков. Финиширует Артем Вершегрук в пятерке. Остальных участников. Ну, здорово устали ребята, чувствуется, они доезжают уже в темпе, а там ребята катаются бы без принципа. Так, Санин приехал третьим. Ну, неплохо для него заезд, он начал его с лидирования, полшот в исполнении Константина Санина и на третьем месте закончил. Рустам Такаев непонятно